Ребятушки, козлятушки, сейчас мы будем с моим сыном кормить козу. Подожди, да хоть прожует. Ты что, у козы это брал? А? Ну-ка дай ему яйца, пусть пожует. Ну и что ты уронил? О, мы не хотим уже, да? Козлятушки, ребятушки, тебя как зовут, коза? Как козу зовут? Козюля. Козюля? Ее зовут, да? Козу зовут Козюля, верно?